Кременчук, когда-то тут ракеты ездили, метеоры катали до Запорожья. Запорожье, на чертах, на Киеве. И смешные каких-то денег, да, стоило оно? Да. Тут так с горочки можно чуть прибавить. Оно как раз компенсирует те ступеньки. Пробежали 15,5. Час 32. 32 на трассе. Темп 5,50. Ого, я трансляцию запустил сразу 5 участников. Добавилось, уже не спят. Погода и очень повезло. Не знаю, как там завтра будет, но сегодня класс. Какой километр? Как себя чувствуешь? Хорошо? 16 километр сейчас бежим. Добегаем 16. Осталось 5, пятерочка осталась. Таня пишет: Нина, молодец.
Расстояние в километрах 16. Время 1:38:03. Хорошо. Предыдущий километр 5:59. Федоренко Олег, перезвоню тебе после забега. Интересуется акватлоном и триатлоном. Мы уже по 5:40 идем. Такая набережная Кременчуга. Видно Крюковский мост. Людей практически нет, пока собак гуляет. Время 10:06. Кто он перед нами бежал, по-моему? Настигли мы его. Базарный день, суббота. Вот вход в Приднепровский парк, рынок. Костя Жосан, привет. Че Гевара. Ветерок. Еще больше машин стало. Такая березовая аллея. Бежим уже третий круг. Круг составлял 7 километров. Все, отключаю трансляцию, потому что некогда уже надо финишировать.